Мне понадобилось вставить PCI-Express X4 USB контроллер в PCI-Express X1 слот. Почему именно так мне понадобилось сделать, я не буду в этом видео рассказывать, но хочу обратить внимание, что просто так его вставить нельзя, потому что на этих PCI-Express слотах есть такая перегородка, которая мешает это сделать. И, к сожалению, такая ситуация на большинстве материнских плат. В этом видео я хочу показать одну из идей, которую я пытался реализовать, это вырезать вот этот краешек с помощью канцелярского ножа. От этой идеи я в итоге отказался, но поскольку эта идея тоже заслуживает внимания, давайте посмотрим, как я это делал, а о правильном решении я скажу в конце. Так, вот мать. Купил вот нож. Вот он у нас так входит. Три лезвия идет в комплекте. Три лезвия. Значит, этот нож стоит 160 рублей. Вот этот набор лезвий стоит 70 рублей, 18 миллиметров. Вот этот 45 рублей. Вот возьму, нагрею его и попробую вот это вот. Вот так вот. Вот так вот тут как-нибудь поснимать. Посмотрю вообще, насколько он мягко идет. Сейчас. Вот. Значит, вот так вот, ну, ясное дело, не идет. Он твердый, жесткий. Вот если его нагреть. Нагрел лезвие. Посмотрю, насколько мягко пойдет этот пластик. Нет, не идет. Может, плохо нагрел. Значит, я думаю, что я попробую поставлю тонкое лезвие. Лезвиями, значит, более толстыми. Значит, с тонким не получается. Вообще. Нагрел более толстое лезвие. Не, не хватает, ничего не хватает. Вообще не проходит дальше, вообще. Сейчас подольше подержал. И вот как ни странно, оно пошло. Ух ты! Прикольно. Ну вот, в принципе, отрезала. Чтобы отрезать, я сильно давил. Тут не получается почему-то. Подержал нож подольше, чуть на огне.
Ух ты! Или заново поплатит это все-таки. По итогу у меня получилось сделать открытый конец, но все-таки, ну я так не прям уж очень осторожно делал, но все-таки я задел как бы плату. Вот, поэтому на реальной плате будет это делать довольно-таки стрёмно. Вот дорожки я, можно сказать, перерезал, да? Вот. И в принципе, это сделать вполне реально. Вот нож, да, канцелярский, вот я его нагревал на газовой плите. И вот так вот давя. Тут главное, что я лезвие взял более толстое. То есть я вот еще тонкие такие для эксперимента купил. Думал, может, они больше для этой цели подойдут. Вот они вообще гнутся, поэтому вот совсем они не подошли. А вот это, ну то есть она вот так вот буквально гуляет, вообще невозможно ножом работать. Вот, а этот нормально. Нагреваем прям до красна, да? Давим вот так вот. В смысле не то, что чуть-чуть, а вот довольно-таки сильно, да, давим. И вот оно, пока лезвие горячее, вот проходит. И так вот несколько раз. Сначала у меня получился здесь такой треугольник. И, ну вот я, допустим, в качестве как будто видеокарты вот так карточку вставлял, да? Вот. Сначала она, ну, она карточка довольно тонкая, но она как бы вот так уходила, да? Я все-таки проковырял вот здесь еще до того, как, ну, вот этого рисуночка, да, на слоте. Вот. Другое дело, конечно, вот на X1 слоте там совсем непонятно тоже, как это делать. Вот, то есть надо мало того, что очень аккуратно. Здесь-то у меня еще как бы край платы, да? То есть я могу вот так нож вот здесь вот поставить и как-то оперировать. А вот на моей настоящей плате там получается где-то это посреди платы и вот так вот нифига не подлезешь. Удобно. Поэтому, блин, да, стрёмная затея все-таки. Ну и как я сказал в начале видео, от этой идеи я решил отказаться, потому что она все-таки очень рискованная. А правильное решение с моей точки зрения это перепайка сокетов на нужные, то есть сразу у которых с завода этого краешка нет. Я такие уже заказал, как у меня все будет готово, я сделаю следующее видео. Всем пока!